Катя Андреева, даже не могу дождаться я. Катя Андреева, конечно, нас потрясала на брусе. Сейчас у нее небольшая травмочка какая-то, там забита мышца. Она пропустила этот свой коронный снаряд. Ну, давайте посмотрим, настолько она смелая на бревне. Опа, вот это Катя. Вот так вот, наконец, дождалась. А то что такое, там все соревнования идут без Андреевой. Вот так вот. Очень уверенно начинает, так да. Смело действительно на всех парах. И опа, хороший какой поворот назад в стойку, забытый всеми, а у него хорошо получилось. Ты посмотри, Катя. Она паузы не допускает. Да она просто бессовестная, ты посмотри, какая смелая. Так, так, ну ты что, хочешь на их кресло уже там присели сильно надолго, три призерки предполагаемые. Вместиться хочет, наверное, туда. Пока она все делает для этого. Катя! Вот это Катя! Вот это вертикальный хвостик на голове. Ну, вот такая озорнушка. Видите, что она? Не пугается, что там Листунова перед ней выступала. Она говорит, знай, у меня фамилия Андреева, зовут меня Катя. И я ищу ваши. Совсем не из столицы, но работает по столичному. По международному, я должна сказать. Стоять, Катя. Молодец, молодец.